Всего 4% домов из программы регионального фонда капитального ремонта, утвержденной на 2016 год, были отремонтированы в прошлом году. Это данные прокуратуры. Программа фактически провалена. При этом на счету фонда числится около 2 миллиардов рублей. А значит, в срок программа была не выполнена не из-за нехватки денег. По данным прокуратуры, вовремя не были утверждены даже краткосрочные планы. Кроме того, есть много нареканий к качеству работ строительных компаний, которых фонд капремонта нанимал на работу. Прокуратура считает, что специалисты фонда не взыскивали с подрядчиков неустойки и даже принимали недоделанные работы.